Целый поезд знаний прибыл в Тюмень. Новый тур организовала Свердловская железная дорога. На каждой станции, где останавливается состав, для школьников проводят экскурсию. Начальник вокзала знакомит ребят с работой вокзального комплекса и основными ЖД-профессиями. В составе поезда есть вагон с экологической лабораторией, где ребятам рассказывают о важности защиты окружающей среды и показывают, как самостоятельно провести замеры. Еще один вагон – лекторий. Там дети изучают правила поведения в зоне движения поездов, а закрепляют знания – через игру. Почему-то детям это нравится. Для кого это впервые узнают правила. Видимо, никто им не рассказывает. Вот впервые узнают правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, что на пути выходить нельзя. Это же очень важно детям знать.